Привет, друзья! Хочу рассказать о небольшой хитрости, которую я применяю при заточке ножей. Ножи затачиваются очень быстро, и при такой заточке будут очень острыми. Что нам понадобится? Нож кухонный, брусок у меня зернистость P150, так написано на упаковке. И вот такие вот тряпки, салфетки. Ну, можно взять любую тряпку. Она у меня грязная, уже потрепанная. Ну, я ее использую для заточки ножа. Что я делаю? Мочим брусок водой под краном, смочил брусок и тряпку или салфетку. Брусок ложим на эту тряпку. И обратите внимание, когда я нажимаю на этот брусок, появляются капли воды сверху. Видно, да? Таким образом, при заточке ножа все, что соскоблил брусок с ножа, будет уходить либо в одну часть этого бруска, либо в другую. Каким образом, я сейчас покажу. То есть затачиваем так вот. Получается, вода при нажатии ножом на брусок сдвигает весь мусор вниз. Затачиваем в зависимости от степени затупленности ножа. То есть, если тупой нож, прикладываем больше усилий. Если более острый, более легкие движения производим. То же самое в эту сторону. И обратите внимание, я держу брусок двумя пальцами, так чтобы, если все-таки нож в мою сторону уйдет, он меня не порезал. Итак, я надеюсь, что этот совет поможет вам в заточке ножей, и все ножи у вас в квартире или в доме будут острыми. Спасибо за просмотр видео. Кому понравилось, ставим лайки. До свидания.